что малаш. Да? Снимаю. Вы что, воюете? Да, воюем. За что воюете? За свободу. За мир. За мир нельзя воевать. За свободу. Так вы же свободны уже. Нормально все. Мы играем, будто нас немцы захватили. Да? Мы сбежали. А Эдвин где лазит? Эдвин к Эмилю зашел. Автомат делал. Вы что, сам сделал автомат? Ну-ка, покажи, зацени. Круто. Сами, да, соорудили? Угу. И он еще меня починил. Ну-ка, это дай, да? Да, вот. Приплавил прям. Прикольно. Вот, смотрите. Сам все делал, да? Вот, а кто сделал-то? Ты сделал? Да, ты? Я сделал. Иван у меня еще тут починил. Нормально. Меня пацан сломал. Прям механик? Да, хорошо. Он плохо учится, но зато у него золотые руки. Да, у меня золотые. Ладно. Пошли на полянку, Милан. Помнишь? На. А что они говорят? Эдвин! Он братик. Пошли давай твою этот. Возьмем Настю, да? Настя же у тебя там. Да, да. Ну а что она там уже этот, загорела вся твоя Настя? Вон. Пацаны войну все играют, да, Милан? Что-то воюют, воюют. Кому что, а у них война, да, Милан? У девочек одуванчики, а у мальчиков война. А у тебя что за... Мы снимаем. Меч. Меч? Джедая? Да. Больше тебя в два раза? Ну, типа того. У тебя что, пушка? Дробовик? Мощный у тебя дробовик, ну-ка дай посмотрю. Дробовик. А ты с кем воюешь? Ни с кем, просто. Сейчас пока. Цыкнуть хотел. Не, за что воюете-то? Да нет, просто... Мы русские против немцев. Ты немец, да? Я русский, ты русский. Потому что неуклюжий. Так, мои русские убежали. На русский! Забыл, давай! Заводы вы. Мальчики сумасшедшие, да, Милан? С детства. За все воюют. А ты помнишь, когда я был лялечкой? Да, маленький Эдвин был.